Черное облако над Владикавказом. Жители города видели многометровый столб дыма за несколько километров от очага возгорания. Пожар произошел на территории бывшей военной части. Здесь был дислоцирован самоходно-артиллерийский полк. В прошлом году его расформировали. Заброшенные помещения, как нам рассказывали военные, оставались под охраной. На место пожара прибыли специалисты судебно-экспертной лаборатории МЧС и военной прокуратуры. Они обследуют территорию и установят причину возгорания. Происходил ряд взрывов. Вылетали через оконные проемы гильзы приблизительно 20-го калибра. Кровля была покрыта рубероидом. Это осложняло тушение пожара. Ну, в принципе, дальше пожарная лаборатория даст основное заключение по тому, что горело и как горело.